Константин Викторович, давайте подведем итоги, наверное, всех обоих матчей против авто. Насколько вы довольны командой? 3 очка из 4 возможных. Можно ли было достичь больше? Ну, конечно, надо к большему стремиться. И сегодняшняя игра, да, в 2 шайбы ведем, и надо было доводить до победы. Поэтому я думаю, что мы очко потеряли. Разные встречи получились абсолютно, не только по результату, наверное, по содержанию. Да, вчера очень строго в обороне, сегодня 4 пропущенных шайбы. С чем бы вы связали такую вот неровную игру? Это все равно связывалось с психологией, прежде всего. Вчера мы играли строго, концентрированно. Сегодня начали первые 10 минут первого периода тоже строго и почувствовали, что игра дается, и потом пошли опять эти вольности. Насколько, как вам кажется, над ребятами давлеет вот позиция в турнирной таблице, что надо догонять, да, эту восьмерку кубковую, пусть есть матчи в запасе, но все равно, насколько они смотрят на эту таблицу? Я думаю, что это не сильно давит на голову, потому что, прежде всего, задача выходить и выигрывать каждую игру. Ну и стараемся не нагнетать, чтобы это не давило. Впереди омские ястребы, команда, с которой были тяжелые матчи там, в Сибири. К чему готовите ребят, на что будете обращать внимание? Опять же, на вот эти вот нюансы, которые, казалось бы, мелочи, но это на самом деле очень важные мелочи, которые играют роль в результате матча. Максим, небольшой комментарий, наверное, по игре. По сегодняшней хотелось тебя услышать. Такой качельный хоккей, то в одну сторону, то в другую. Чего не хватило, может быть, в концовке? В принципе, хорошо играли, где-то в конце игры расслабились, когда повели 2 шайбы, пропустили ненужные голы, допустили много ошибок, поэтому проиграли. Не сказалось ли то, что у авто лидеры постарше, пусть там не намного, да, но ребят 2001 года рождения, в основном у них сегодня решили игру? Нет, ну, не чувствовалось это, у нас очень мастеровитая команда, все умеют и можем побеждать их. С твоим возвращением сюда, в ЛОК-76, возродилась твоя связка с Володей Кораблевым. Насколько вы опять вернули вот то взаимодействие, которое было в начале сезона? Насколько ты себя опять здесь комфортно чувствуешь? Да, у нас с Вовой хорошо получается. В первые игры вспоминали только друг друга. Вот так все. Наиграно уже. Да, уже наиграно, друг друга чувствуем. Открываемся друг под друга, разговариваем часто. Ну и свои шайбы вспомни сегодня, они получились 2 подряд, да, так в концовке 2-го периода, в начале 3-го, был заряжен на бросок? Да, мне Костя Викторович сказал побольше бросать, и забил. Верхний угол видел? Да, когда первый гол забивал, видел, он вратарь переместился и открыл ближний угол.